Разыгрывают этот корнер. Скандинавы. Мяч проникает в штрафную. Удар поворотом. Опасная ситуация. У ворот Андрея Савина. Что Локомотив изобразит при стандарте? Навес. Опасный момент. И он становится голевым. Не сильный, но получается после рикошета достаточно точный, коварный удар Кухты. Но это просто какая-то голевая машина на сборах у Локомотива. Получает гол вот такой вот обидный. Свои ворота Локомотив. Вратарь столкнулся с партнером. Так, у Локомотива хорошая перспектива. Пас. И забить надо. Жевелинина. Обыграл вратаря, обыграл защитника. Под острым углом уже оказался и не попал в цель. За счет чего удалось переломить ход матча во втором тайме? I think with the substitutions of the сыграли замены. The second half was освежили игру, добавили энергии и смогли развить успех дальше первого тайма отыграться. Хорошая команда, достаточно хорошо оборонялась в середине поля. Мало было зон, но то, что нарабатывали, все получалось. В конце забили три очень хороших гола через комбинацию. Пчинский, Жамалетдинов, бьет поворотом, небольшой рикошет и мяч в воротах. Но сегодня рикошеты за Локомотив, это очевидно. Вспомните первый гол в этой встрече, когда бил Кухта в касание. Ты вышел на замену, о чем перед этим сказали тебе тренеры, что нужно усилить, как сыграть? Да, усилить надо было в нападении, чуть-чуть добавить скорости, прессинга, и получилось. Да, достаточно боевые ребята были, очень жестко играли, но в центре поля очень компактно играли. По сравнению с тем соперников, меньше у них прессинга было высоко, но в середине поля очень хорошо оборонялись. Активно действует Соломонсон. Здесь борьба, Керк. Что дальше? А дальше... Жамалетдинов. Хороший пас. Керк бежит вперед. Положения вне игры нет. Есть варианты. Прострельная передача. И еще одна попытка. А удар из-за пределов штрафной может быть нанести. Удар поворотом. И 4-2. Классно. Здорово. Примерно с этой же точки забил Жамалетдинов. Сейчас отличился Рыбос. Но я думаю, это уже все. Это уже, скорее всего, победа. Что за оставшиеся 5 минут, ну, вряд ли Локомотив позволит себе уж совсем расслабиться и дать сопернику дважды отличиться.